приветики. Сегодня я сижу в парке. Это Шинджуку. Шинджуку. Все. Я не пила, кроме кофе, ничего. Но когда сидишь долго на природе, на свежем воздухе, а сижу я уже несколько часов, то ты немножко как бы пьянеешь. В общем, пришла я на любование сакурой. Но любование сакурой немножечко подпортил дождь. Хоть сегодня я и знала, что будет пасмурная погода. Повернуться, чтобы на фоне сакуры быть. Наверное, вот так, да? Начал крапать дождь, и такой, знаете, приличный. Пришлось перебраться вот под такое дерево, с такими обширными кронами. Не знаю, ребята, не знаю, что же делать. А еще у меня болит голова. Надо таблетки выпить, пока она не развалилась окончательно и бесповоротно. И я решила еще пешочком пройтись немножечко, поболтать с вами. Не знаю, о чем, правда. О сакуре. Видите, везде сакура. Вот. Посмотрите, какая милота. Здесь стройка. Видите, все это закрыто. Здесь все данные о стройке, что строится, когда будет сдаваться и все такое. И видите, вот тут вот на стенде прикрепили милые игрушеньки. Очень по-японски. Чтобы все было каваи. Классика жанра. Сакура над водой. Смотрите, сколько сакуры. Ой, там утки. Утки, красотки. Куда вы? Смотрите, они ныряют. Видно вам, не видно было? Видите, здесь так красиво цветет сакура. Кто-то буднично куда-то несется по своим делам. На велосипедах мимо этой цветущей красоты. Решила я все-таки еще пройтись и показать вам вот эту сакуру. Все, что вы видите. Тут целая-целая такая вот аллея. Очень красиво. Поменяла линзу. Очень тяжело нести с этой линзой мне на вытянутой руке. Сейчас я покажу, как все это выглядит. Вот так это выглядит. Это очень тяжело.
идти себе снимать таким образом. Я так думаю, что впереди меня ждет канал кафе. Кстати, видео с этих... с канал кафе, еще с других мест, где я снимала раньше сакуру, в предыдущие года. Я сделаю отдельно плейлист и в конце обязательно его, на него ссылку сделаю. Если кому интересно смотреть сакуру, то проходите по ссылочке именно на тот плейлист. Смотрите, сакура даже там, в переулке, между двумя зданиями, маленький проход, улочка, и там сакура. Прекрасно. Вот, кстати, я и дотопала до кафе, канал кафе. Здесь все подсвечено, поэтому картинка резко изменилась в плане освещения. И стала очень такая интересная. Вот видите, там люди сидят. Сейчас ближе подойдем. Вот так все это выглядит. Посмотрите, сколько здесь любителей фотографии сидят на жердочке, как эти. И удачные кадры подлавливают. Так, сейчас посмотрим, есть очередь или нет. Да, очередь есть. Смотрите-ка. Прилично. Но не больше, чем когда мы приходили. В принципе, на сакуру вот оно так и есть. Люся очень любит это кафе, надо будет ее позвать сюда опять. И вот с этой стороны я зашла, чтобы вам показать отсюда канал кафе. Все, что зеленым горит, это оно. И вечерний Токио.